некому здесь-то прикрыть-то тиммейтов. 2-49 должны развернуть стволы. А вот теперь выезжает 90-тик. Страйк за позитивом, посмотри. Ну вот что, Т-49 жахнут по страйку или нет? Кто-нибудь? Нет, двигал мимо позитив. Но тут, в принципе, позитив еще может побороться. Нет, все, страйк в сейве. Да. И страйк просто разбирать будет сейчас в упор позитива. Позитив ваншотный. Страйк его должен забирать. Дема в ангаре. Минус 2 танка, минус 3 танка. Погибает также Shadows. Оби-Ван издалека кемперит. Зачем команда FGP разделила свои силы и ушла с центра и перестала какую-то агрессию хотя бы минимальную показывать, я не понимаю, потому что можно было выигрывать этот бой. Вот просто реально были все шансы. Ну, откровенно говоря, мы знаем, что такое Т-49, и не всегда она может попадать, хоть ты классно Оби-Ван сходишься. Оби-Ван горит, друзья, ну мы тут минус страйк, уже... как врываются, круто, FGP съели его моментально, у Кирилоида КД, по-моему, приплыл тоже дигл сверху, FGP, что вы делаете, вот мужики, ну, посмотри, как Нави хорошо отбрасывается, очень много урона кушает, сейчас команда FGP, очень много промахов, правда, еще и от Нави летит. Павер следующий, но Кирилоид, по-моему, уже заряжен, кому-то сейчас ХП. Будет бобо. Посмотри, 200, 100, 100. Нет, не успел стрельнуть. Смотри, ну все равно 7-4 ситуация, ХП, не ХП. А, ну да, тут же барабанщики остались, тем более барабанная техника, друзья. Команда FGP должны брать этот бой. И вот на контратака выход центра. Да, друзья. Но в это время Т-49 находится в КД. Бульдог далековато. Вот то, что, о чем я говорил, что когда выйдут Нави, здесь реально некому будет работать. И Паблус, может быть, только раз сможет стрельнуть по Инспарору сейчас. Бля, дважды ремонтирует, наступает обратно. Да, там у Нави есть потери. 1019! Вот это хорошо. Ну и что нужно сделать FGP? Быстренько съехать в яму, быстренько выскочить на плент, если засветят левшу. Забрать повара и все. А вот смотри, Инспарера могут забрать, Солик выезжает на Инспарера. Как-то поздно начал сводиться и вообще жесть. Ну вот помогают. Ой-ой-ой, набрасывают неплохо. Максим ваншотный, 30 хп, прострел по Максиму, забирают Максима. Остается 2 танка команды Нави и 2 танка FGP. Один танк у Нави, это левша, друзья. Команда FGP пытается здесь выиграть, есть все шансы. Нет, здесь нужно играть более аккуратно. Подтягиваются сверху танки. Смотрите, Ливан, табичка Куала, Буратино выезжают, но там сзади Шайтаныч подтянулся. Не нужно, чтобы снизу танки выходили, потому что здесь может быть зажим очень неудачный. Куда поперли танки сверху, когда внизу не выехали. О, это может быть сейчас фейл. Но есть минус Буратино, хорошо. Дерутся, Проксы здесь Apple. Неплохо дерутся, слушай, тут без шансов, как-то ДНСС, Леванта, нету топового урона, Парушки, и все, минус Топчан, минус Мишка Кала, минус Леванта, до свидания, 3-0, Роксы. И второй танк, и третий, они втроем будут все, брать. Сейчас могут просто захватить базу на морозе, ДНСС срываются, понимая, может быть, засвет был сейчас, но блок не успевает, по-моему, захват собьют, 3-5. Успевает Медведь, смотри, Медведь. Медведь, да, фокусят хорош все. Хорош Медведь. И вылетает Леванта, он даст, ой, на ходу, минус весь захват, все, да, на котором висит. Весь захват. И зачем работают по Т-49 сейчас, а не по Т-54, я не понимаю. Ну, он вроде бы ваншотный, поэтому пытаются его добрать, добирают. Ну, слишком много тренов потратили. Был... И теперь команда Роскиз. Вначале, что он был фуловый в тот момент, когда он стрельнул. Ну все, Роксы их убивают. Получал шар. Получил Армагеддон. Получил Дестракшн. Получает Мишка Куала. Слишком много урона сейчас получила команда Роскиз. И плюс еще есть Левант на Т-32, который не танчил по-прежнему. Сейчас нужно просто моментально всем в Т-32 влетать. Да. И вот это, по идее, сейчас должен делать Роскиз. Выезжает Шайтаныч, Леванте набрасывает корму. Хорошо. Он горит. Хорошо, тушиться нечем. Дестракшн врывается. Нужно шот еще дать, забрать Т-32. Леванта даст выстрел. Забирают. Повезло с поджогом. Медвед за Шарпом пошел. Топчан дал на 400 по Армагеддону. Шарпа сейчас вот-вот заберут. Пошла контратака от РСС. Они тут не по шансам. И они, если влезут, они тут получат. Почему не встречают? Там еще и Буратино с другого фланга. Ой, как Мишка сильно просел. Топчан должен решать здесь все. Какой моментальный минус, Нуки! Ой-ой-ой, сейчас кого-то прилетит в Шайтаныча, в Шарпа, в Вонга. Ну, по идее, Шайтаныч и Вонг — это цели для Леванта. Смотри, походу, как нагло вылетают в центр. Все, Мишка Куала, Т-32, снова его кушают. Будет поджог или нет? Первая, вторая, ну тут стоит лбом, поэтому... Ну, сейчас Вонг сзади заехал, но уже и поздно. Тут ХП закончилось, да. Очень быстро съели. По-моему, был только что промах от 49-ки, да? Ну и давайте смотреть дальше. Дальше Нуки можно кушать. А, Медведа можно дальше кушать. Дальше Медведа. Ну и вот Роксы моментально просто отыгрывают все преимущество команды НСС. Посмотри, ХП, Вонг по-прежнему печальна. Вот только что Вонг ошибся, нужно было переехать дальше. Да, и Вонг просто вообще колоссально открылся. Ну вот, может быть, доработают Нуки. Еще делают Нуки минус по Шарпу. И тут просто соплями тащит НСС. Вот Топчан забирает Юрана, по идее, да, все хорошо.